На телеканале «Кабардино-Балкария» пришло время поговорить о спорте. В эфире «Тайм-аут». Здравствуйте. В городе Чебоксары завершилось первенство России по масс-рестлингу среди юниоров и юниорок. В первенстве приняли участие около 300 спортсменов из 16 регионов страны. От Кабардино-Балкарии в соревнованиях приняли участие 13 человек. В масс-рестлинг ребята пришли в основном из пауэрлифтинга и тяжелой атлетики. Спортсмены уже завоевывали пьедесталы различных первенств, и этот турнир не стал исключением. Золото, серебро и 4 бронзы. Таков итог выступления сборной Кабардино-Балкарии. Наша республика в плане масс-рестлинга довольно молодая. Тем не менее, мы себя показываем с каждым годом лучше и лучше. На данный момент у нас 7 человек входят в основную мужскую сборную России. Теперь наши ребята стали сборниками по юношам, по девушкам. То есть железные виды, силовые виды сейчас у нас процветают в республике. Была реально большая конкуренция. В каждой весовой категории было очень много людей. Попадали в привидения, начинали с 1-8, шли уверенно, в принципе. И я считаю, результат достойный. Могли, конечно, и лучше, но реально борьба была очень серьезная, тяжелая. И эти третьи места, бронзовые медали, дались нам тоже очень нелегко. В принципе, ребята тоже довольны. Я могу без скромности сказать, что мы входим в пятерку сильнейших регионов масс-рестлинга в России на данном этапе. И вид спорта развивается очень стремительно. На данный момент 56 стран занимаются масс-рестлингом. То есть есть планы, что в течение 10 лет масс-рестлинг должен войти в олимпийский, в олимпийскую семью. И это реально, так как вид спорта уникальный, не имеет аналогов. Все, кто стал призерами у нас, они попали в резерв юношеской, юниорской сборной России. В принципе, в течение года должны быть международные старты, пока мы еще не в курсе. И должны их вывести за границу. Если нет, то сезон начинается опять в начале года, республика, опять отбор на Россию. Все по кругу, будем опять отбираться, будем залезать в первый состав сборной России. Цели есть, будем работать. По сложившейся спортивной традиции соревнования открылись поединками девушек. В весовой категории до 50 килограммов Амина Губжева стала победительницей соревнований. Занимаюсь масс-рестлингом уже 3 год. Из них год я выступаю на соревнованиях. Было 3 турнира. Первый турнир – это был первенство КБР, второй турнир – всероссийский турнир, и чемпионат России, в котором я заняла первое место. Было 4 поединка, из которых все я выиграла 2-0, всего получилось 8-0. Тяжелее всего была последняя схватка с якуткой. После финала у меня была травма. Сначала не почувствовала ничего, когда уже выехали в аэропорт, тогда у меня уже началась рука болеть, вывих плюс смещение. Серебро первенства завоевал Астемир Гаунов. Еще 4 спортсмена из Кабардино-Балкарии, Астемир Нагоев, Тамерлан Уянаев, Заур Аргашоков и Альберт Тубаев, пополнили актив сборной республики бронзовыми наградами. Таким образом, они попадают в резерв сборной страны для участия в международных турнирах. У меня было 3 поединка, 260 кг. В первом поединке я вышел спокойно. Тренер сказал, не паникуй, спокойно входи и выигрывай. Я спокойно зашел и выиграл. Следующим был мой товарищ Альберт. Я тоже выиграл. С ним было труднее, 2-0 тоже счет был. И в финале я проиграл якуту. 2-0 мы проиграл. То он был не сильнее меня, но тактически он меня выиграл. Выступал в весовой категории свыше 80 килограмм. В общей сумме провел 2 поединка. Первый из них мне попался соперник из Свердловской области. Провел с ним 3 схватки. Первую я проиграл, вторую выиграл и третью тоже проиграл. В общей сумме проиграл 2-1. Вторая схватка попался со своим же соперником, своего же региона. Выиграл у него с счетом 2-0. Я выступал в весовой категории до 80 килограмм.
В общем, я попал в привидение, то есть мне не повезло. И у меня было 4 схватки. 4 схватки, и одна схватка была с якутом, которую я и проиграл. Это был мой единственный проигрыш. В основном я побеждал со счетом 2-0, только в самом начале, в привидении, когда я тянулся, из-за того, что у меня обувь соскользила, я одно очко отдал сопернику. Привидение – это, получается, отбор на 1/8. То есть, если ты в привидении проигрываешь, ты сразу выбываешь. Если ты попадаешь в 1/8, и твой соперник доходит до финала, ты уже можешь бороться за 3-е место. И получается, мне не повезло, и я попал. И у меня была одна лишняя схватка была. Попал в весовой категории 60 кг. В общей сложности я выиграл 3 поединка, 2 из которых выиграла, соответственно, 1 проиграл. Первый поединок я тянулся с пацаном из Якутской области, а второй с Московской. 2 поединка я выиграл, а один поединок, который остался, я тянулся с пацаном из своего региона, и у него было больше опыта, поэтому... После небольшого отдыха ребята снова вернутся в зал для подготовки к следующим стартам.